Здравствуйте, меня зовут Токарь Павел, я закончил курсы повышения квалификации SkillUp на тестировщик. Скажу о себе пару слов. Тестируем я до SkillUp уже занимался, обучался, читал некоторые книги. Расскажу, чем мне помог сам SkillUp. Относительно образования у меня была какая-то база, мне в SkillUp ее отшлифовали, поняли детально, что такое тестирование и чем я буду в дальнейшем заниматься. Пройдя курсы SkillUp, я еще больше заинтересовался тестированием, и вот в данный момент я уже получил, не повезло, я получил два оффера от Luxoft и еще от одной компании, но я решил выбрать другую компанию, потому что в данный момент мне там комфортнее. Коучинг очень сильно помог. В относительно коучинга я понял, как нужно себя вести на собеседовании, что нужно говорить, что нельзя говорить. У вас у всех будут какие-то знания, какие-то наработки, и правильно их подать и правильно объяснить работодателю, что вы можете и что вы не можете, это одна из главных задач коучинга. Вот как-то так.